Обмен опытом между регионами и странами. Ивановская область принимает участие в международной специализированной выставке «Дорога-2019», которая начала свою работу в Екатеринбурге. Около 250 компаний и делегаций из 50 российских регионов, а также Китая, Швейцарии и Чехии представляют свои достижения в столице Урала. Делегацию Ивановской области возглавляет руководитель профильного департамента Дмитрий Вавренчук. Он представляет проект комплексного подхода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения – программу «10 трасс». Кроме того, на форуме подводят итоги федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы завершили на сегодняшний день все объемы работ по национальному проекту. В конце августа, в начале сентября у нас порядка 93% уже было выполнение работ. На сегодняшний день у нас завершается работа в рамках уже региональных программ, в том числе при дополнительной федеральной поддержке.